Thank you.
Хорошо. Так, на воде, да. Вот теперь как в Новодвипе чувствую. Как будто мы в Новодвипе. By the myself, Sisi Gwanit and Amrabhu. Now we remember the Lotus Feet of Sisi Radha Krishna. По милости Шиши Горни Тинанды Прабху, мы теперь будем повторять лотосные стопы Шиши Радхи и Кришны. Jai Jai Sundara Nanda Guna. Толстые 3-2-5. 3-2-8. Yeah.
Прежде всего я предлагаю свою шаштанну отдавать Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом вишну паада, что трашата, джишти ма, трупа нуга чари ва, ришила бхактиведанты на райна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my
Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all our Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячу поклонов учителю моего учителя, Шриле Прабхупаде, и всем учителям, представляющих нашу Гуру Парампару. And finally, offer my pranam to all the Sambhu Vaishnavas and Vaishnavas. И в завершение я предлагаю свои поклоны всем собравшимся тут Вайшнавам и Вайшнаве. Нараяна Параяна Джара Кандана Шана Рупа Нуга Мрита Према Прайоджанайте Намаха. By the causes mercy of Sri Guru and Karanga, we have been discussing the Sri Shikshastakam, 8 teachings of our most dear Satchinandan Gohari. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы с вами изучали 8 наставлений, 8 учений нашего дорогого Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Шикшастаку. So, in the first verse, Чайтаньи Махапрабху described the 7 excellent results of chanting Harinam Sankirtan. В первом куплете Шри Чайтанья Махапрабху излагает 7 удивительных эффектов, вызванных воспеванием святых имен. These are not the results of Namaparad. Но это не является результатами воспевания Намапарад. Sankirtan. What does it mean? Что значит Sankirtan? So one meaning, Sam means Samyak. Completely. Одно значение сан означает происходит от самьяк полностью. It is a samyak kirtan, a complete kirtan. Это целостный, полноценный киртан, самьяк. So, in Bhaktisiddhanta already said, Bahubhi Militva Tatsukam Ghanam Sankirtanam. Kirtan means when many devotees come together and with great joy they loudly sing the holy names with a raga, beautiful melody, and with tao, very nice rhythms, in the association of pure devotees, then it's called Sankirtan. Бхакти Сандарва объясняет, что такое Sankirtan. Это совместное радостное воспевание святых имен группой преданных под руководством возвышенных преданных в присутствии Шарху, тогда это и будет Санкирта. И вот это успение должно сопровождаться прекрасными мелодиями, талами на вриндангах, караталах. Рага — это прекрасные мелодии, а тал — это красивые ритмы вриданги. You may think, if you are sitting alone and chanting japa, then you can have very deep meditation. Вы, наверное, думаете, что если вы уединитесь и будете повторять святые имена, то у вас будет замечательный баджан, глубокая медитация на святые имена. That is also can be sankirtan, chanting japa, if it is audible. Если вы произносите святые имена качественный слух, вы слышите их, это тоже может относиться к категории санкиртана. But how can you have deep realizations if you're with a big crowd of people jumping here and there, running around? Как могут появиться какие-то глубокие реализации сознания во время громкого шумного киртана, где мы окружены многими людьми, которые бегают, прыгают повсюду? Какая речь может идти о глубокой медитации? So this question, it comes from those whose conception of bhakti is contaminated by Ashtanga yoga. И такая концепция, ложная, неверная концепция о бхакти возникает у людей, концепция бхакти которых загрязнена пониманиями аштанга йоги. Because in ashtanga yoga, if you want to do dhyana meditation, first you have to do asana. Потому что в процессе аштанга йоги для того, чтобы погрузиться в медитацию, надо совершить асаны. How you do dhyana if you are running here and there and dancing? Поэтому йоги могут подумать, как можно медитировать, если вы прыгаете, бегаете. So the answer is that the nectar, the realizations that come from the holy name do not depend on your power to meditate. Only depends on one thing, the happiness of Nam Prabhu.
Но тут заложен следующий секрет, что ваша реализация, сознание, нектар, который вы почувствуете, не зависит от ваших собственных усилий или способности погрузиться в медитацию. Этот эффект зависит исключительно от удовольствия, которое испытывает Святое Имя. So Nam Prabhu is very happy when everyone is having a festival and celebrating. И Нам Прабху радуется, когда все преданные празднуют, поют и танцуют. And then by His mercy, He makes appear in the hearts of all those involved the Chamatkar Bhav. That means astonishing emotional, the astonishing sentiments of love for Krishna. И уже сам Нам Прабху, Святое Имя, по своей сладкой воле наполняет сердца поющих и танцующих Чамадкар Бхавой удивительными трансцендентными настроениями и чувствами во время киртана. Another meaning of sankirtan. Еще одно значение санкиртана. Саравато бхавена киртан. The fully manifest kirtan. Полностью проявленный киртан. Means that kirtan, which is performed with sambandha jnana. Тот киртан, который поется с осознанием своих отношений, самбанда гьяны. Understanding your relation with Krishna. Пониманием отношений с Кришной. At first it is sadharana sambandha jnana, just your general relation, that is that I am das. Вначале у преданного появляется садхана самбандха гьяна, понимание общих отношений, которые относятся ко всем дживам, того, что мы слуги Кришны, я Кришна дас. And when the anarthas are cleared, then we can realize what kind of Но когда анартхи, нежелательные качества, нехорошие загрязнения уйдут из сердца, мы осознаем наши уникальные личное отношение с Кришной, нашу самбанду, Вишеш самбанда гьяну. Even by the mercy of Guru, by the instruction of Guru, the devotee may aspire for a particular relation with Guru, with Krishna, that is called Vishesh Sambandha Gyanam, knowledge of particular relationship. Guru может вдохновить ученика на стремление обрести определенные отношения с Кришной, личные, Вишеш Сambandha Gyanam. Like any devotee, like Brajanath in Jaiva Dharma. Например, персонаж из Jaiva Dharma. He was saying, "I want to serve Krishna like Subal." Brajanath, который стремился служить Кришне в Сахирасе как Субал, пастушок. So Subal is very close friend of Krishna. Субал один из самых близких друзей Кришны. He's a Priyanarma Sakha. Он Priyanarma Sakha. For some persons, good for the idea of pranamasakasari madhugaras. Некоторые люди считают, выразили такие идеи, что пранамасакасаки относятся к категории мадхурирасы. But they are not in мадхурирасы. Но пранамасаки не относятся к категории мадхурирасы. They are sakas, that is friends. Their sthayi bhav is the kevalarati, that means friendship, not mixed even with servitude. And not mixed with parental mood either. Kevalarati, pure friendship. У пастушков, друзей Кришны, таких как Субал, Пранарма Сак, они полностью в чистой сакья расе. Там нет никакой примеси ни даси, ни ватсали. Это кевалярати, чистые отношения друзей. But the Пранарма Сак is very close friends of Krishna, like Субал, like Madhu Mangal, like Ujjwala. They know about Krishna's secret relationships with Radhika and Braja Gopis. Но Пранарма Сакхи, эти приближенные друзья Кришны, такие как Мадху Мангал, Субал, Ujjwala, они знают о тайных отношениях Кришны с Гопи, с пастушками Вриндавана. And if Krishna will meet with Radhika or any Gopi, then though they are not themselves in Madhurirasa, but they appreciate that Krishna's romance, and that appreciation nourishes their friendship with him. И так как они осведомлены об этих приятных отношениях Кришны с девушками Враджи, когда они знают о том, что Кришна встречается с ними, они как друзья одобряют эти отношения, они радуются за Кришну, ценят
то, что у него есть эти отношения романтические. We should not be lost in the so many opinions. Нам не надо теряться в многочисленных мнениях разных людей. We should respect what is directly expressed in Shastra. Всегда надо понимать, пытаться узнать, что об этом говорит Шастра. So Srila Rupa Goswami has given some very beautiful illustrations and he's analyzed which rasa the sakas are experiencing at different times. И наш Рупа Госвами он проиллюстрировал все примеры разных рати, разных отношений, привел примеры разных эмоций, которые испытывают пастушки в руях Кришны. Rupa Goswami said one day, when Priyananda Sakha came to Subal. Rupa Goswami описывает, как однажды один Priyananda Sakha, пастушок, подошел к Субалу. And he said, oh Subal, these gopis, they are the most fortunate persons in the whole world because they can relish the taste of Sri Krishna's lips. И сказал, Субал, ты знаешь, эти пастушки, братья, они самые удачливые во всем мире, потому что им посчастливилось вкушать нектар уст Кришны. So what rasa is this? Какая это раса выражена тут? Сакья. Сакья раса, yes. Сакья. His sthayi bhav, his friendship to Krishna, and that sthayi bhav being mixed together with vibhav, anubhav, satika bhav, the other ingredients became sakya rasa. Это раса сакья, sthayi bhava, дружбы, со всеми другими четырьмя ингредиентами создает сакья расу. Oh, and knowing that Krishna met with some gopi, then he appreciated that madhurya rasa. Мальчик просто позитивно отзывается о мадхурья расе, о том, что он знает, что Кришна пошел встретиться с гопи, и он так радостно, восхищенно сопереживает ему. The rasa that a person is situated in is called angiras. Раса, в которой человек преданный находится, называется анги. And when other primary rasas appear, they become primary or secondary rasas appear, they become angaras. That means that they nourish the angiras. Есть 5 главных рас и 7 второстепенных. И когда преданный находится в своей ангирасе, появляется может другая одна из 4 рас или второстепенных, то они действуют как анга. So, a Gauna rasa, not one of the 5 primary rasas, but one of the 7 secondary rasas, hasa, bhuta, vira, karuna, roga, vibhatsa, bhayak. That is, comedy, astonishment, chivalry, compassion, disgust and fear, anger, these are 7 secondary rasas. They can sometimes become angi ras, temporarily. Кроме 5 главных рас, есть 7 второстепенных, таких как гнев, удивление, отвращение, рыцарские чувства, юмор. И вот эти второстепенные расы иногда могут на какое-то время занять положение анги-расы, стать главным чувством. So just as Supreme Lord Vamandev, he's Supreme Lord, but he plays as the younger brother of Indra. So in the same way, sometimes the anghi-ras, the main rasa, plays a subordinate role and lets Gauna rasa become angi temporarily. Иногда главная раса, в которой находится преданный, может занять второстепенное место на какое-то время и дать возможность второстепенной расе занять первое положение. Подобно тому, как Верховный Господь Вамандев добровольно становится младшим братом Индры и играет свою роль в этом. So some persons have said, yes, the sakas are in sakya rasa, but madhurya rasa becomes Некоторые люди считают, что да, пастушки они в сакья-расе, но все равно мадхурья начинает занимает главное место, анги она становится для них. But this is impossible. Но это невозможно. Because only the Gauna rasas, secondary rasas can temporarily become anghi. The mukhya rasas, such as Shantadasa, Sakyavatsala or Madhurya, if they appear in addition to the devotee's own rasa, they're always in the position of anga. Это важно понять, почему это невозможно. Потому что из мукья рас, 5 главных, шанта, дасья, сакья, ватсалья и мадурья, если преданные в одной из этих рас, никакая другая мукья раса не может конкурировать с мукья расой.
и занять положение ангела. Поэтому ты не можешь быть сакой, и Мадхурья станет ангелом для тебя. Это невозможно. Я говорю для старших преданных, опытных. Если вы сейчас, кто-то из слушающих, ничего не понимаете, не беспокойтесь. Это такие очень глубокие нюансы расы. So, Rupa Goswami gave another example. Rupa Goswami приводит другой пример. One day, Subal was walking through the forest with Krishna. Однажды Субал шел с Кришной по лесу. And one Braj Gopi was coming to collect water from the Jamuna. And she saw Krishna and was looking at him. И мимо проходила одна девушка, она шла к нему не набрать воды, и она загляделась на Кришну, проходя мимо. Looking away, looking back again. With traveling eyes. Так бегающими глазами на него посматривать. This is sign of attraction. Это симптом привлечения. So Krishna said, "Oh, young lady, don't look at me with restless eyes." И Кришна сказал: «О, девушка, не надо на меня так смотреть беспокойным взглядом». Because I am not the kind of boy you think I am. Ты меня не за того принимаешь. Ну, поглядывай на меня так. I have very good behavior. Я очень порядочный юноша. When Subal saw this, Subal's eyes were popping out. Когда Субал услышал это, ему прямо он вытаращил глаза. And he was laughing so much. И громко расхохотался. What are the rasas here? Какие расы тут фигурируют? What is Anghi? Anghi. Asuba. Asuba. Adhuta. Hasya. Удивление. Anghi. Anghi is Sakya. Yes, Anghi is a Sakya ras. Sakya ras, это главный раса. And Anga is Hasya. Anga это Hasya. Hasya is the humor. Nourishing his friendship with Krishna. В данном контексте хасья, настроение смеха, подпитывает его дружбу к Кришне. So here, even though Gopi is there and Krishna is laughing with her, in Subal, there's no presence of Madhurya Rasa. Тут, посмотрите, присутствует Гопи, тут идет обмен романтическими чувствами между Гопи и Кришной, но Субал при этом не испытывает никакой Мадхурья Расы. So, we'll give an example with Madhurya. Мы сейчас приведем пример с Мадхурьей. One day, Krishna was sitting, and he was waiting for Radharani to come. Однажды Кришна сидел и ждал Радику. But Subal came there, but Subal sometimes she dresses up like Radharani. Вместо Радики пришел Субал, который иногда переодевается в женские одежды. Because sometimes Radhika and Subal, they have to exchange clothes so that he can stay in her house and do the housework, and then her mother will think, oh, Radharani's here, but Radhika has escaped dressed up as a cowherd boy. Radhika and Subal похожи друг на друга, поэтому иногда Субал переодевается в Радику, идет к ней домой, в ее дом свекрови, там сидит вместо Радики, и там что-то по дому делает, а Радика убегает на встречу с Кришной. So, Krishna was waiting for Radhika and Subal was coming. He was still wearing Radhika's clothes. И Кришна сидел, ждал Радику, и к нему стал подходить Субал, который все еще был в одежде, переодетый в Радику. And when Krishna saw what he thought was Radharani coming, his heart melted and he stood up and was waiting to embrace her. Кришна так обрадовался, подумав, что идет Радика, он встал, чтобы поприветствовать, обнять ее. And Subal. When he saw Krishna get up and come towards him, и когда Субал увидел, как Кришна подпрыгнул и идет к нему, then he went. Так прикрылся. He covered his face because he was smiling so much. Он стал уже смеяться, поэтому он прикрыл лицо. So here, because some person said, all right, okay. If the Subal is not in Madhurya Ras, but when he's dressed up as Radharani, that time he's in Madhurya. Некоторые люди думают, ну ладно, хорошо, обычно Субал может не в Мадхурья Расе, но когда он переодевается в женскую одежду, наверняка он испытывает такие романтичные чувства. But let's see what Rupa Goswami has written. He said, even at that time when Subal is dressed as Radhika, his Anghi Ras is Sakya. Давайте просто прислушаемся внимательно к тому, что нам объясняет Рупа Госвами. Он
наглядно иллюстрирует, что даже переодевшись в женскую одежду, Шубал все равно в сакирасе. But his friendship with Krishna at that moment is being nourished by hasya. Но в этот момент его отношение дружбы с Кришной подпитывает вот это чувство смеха, юмор. And also the appreciation of Madhurya, because he's appreciating how if Raghavani were coming, Krishna's love for her would be very beautiful. И просто факт того, что он сопереживает Кришне, он понимает, что Кришна любит Радику, и как понимает, что Кришна бы очень обрадовался, если в этот момент к нему на самом деле приблизилась Радика, а не Сумал. So just as sensory bhavs, they nourish the Sai bhav, so the anger rasas, they nourish the angiras, like a sanchi bhava nourishing a sai bhava. Подобно тому, как sanchi bhavы подпитывают sai bhavу преданного, то эти ангарасы тоже подпитывают sai bhavу. So one devotee is chanting Harinam. Один преданный повторяет святые имена. And he's remembering how Subal's friendship with Krishna is nourished by Madhurya ras, nourished by Hasya ras. He says, oh, I want to have a relation with Krishna like that. И он вкушает нектар того, о том, как юмор, о том, как дружба Субала подпитывается таким юмором и сопереживанием Кришны. И он жаждет тоже, чтобы у него были такие отношения с Кришной, как у Субала. Mm-hmm. So, in Jaya Dharma, Brajanath, yeah, his heart is hankering to become a cowboy boy like Subal. Персонаж из Джайва Дармы, Брадженат, пример такого преданного. Он хочет, его сердце стремиться к тому, чтобы у него были всякие отношения с Кришной, дружеские. That is Vishesham Bandhagyan. Knowledge of your particular relationship. Это его Vishesham Bandhagyan. Это знание, это именно определенное отношение с Кришной. So, Kirtan is called Sankirtan when it's performed with, at first, the sadharana, general understanding that you are Krishna's servant, and then in the more advanced stage, with the understanding of your particular relationship. Поэтому киртан называется санкиртан, когда святые имена воспеваются с осознанием самбанды гьяны, отношений с Кришной. Вначале, на начальных этапах преданного служения, это будет общее понимание того, что я слуга Кришны, а позже уже в таком продвинутом уровне преданный уже будет осознавать свои уникальные отношения с Кришной, свои отношения. It is called sankirtan when the kirtan is free from the aparad and anartha. Также киртан называется санкиртаном, когда киртан уже воспевается без аппарата и анартха. And when it, especially when kirtan is done in the association of pure devotees. Особенности, когда киртан воспевается в присутствии чистых преданных. The association and service of pure devotees. This is very pleasing to Nam Prabhu, and Nam Prabhu he throws all your aparat in the ocean and accepts you. Итак, то, что святое имя радуется, когда преданный находится в саду санги и служит чистому преданному, и тогда уже святое имя не обращает внимания на все аппаратхи, вернее анартхи, и просто выбрасывает их в океан. So, the serving of pure devotees is so pleasing to Nam that he cancels all your credit card debt. All your aparat you have cancelled. Потому что когда святое имя видит, что преданный служит возвышенному преданному, святое имя становится настолько довольным, что он отменяет все ваши долги ваши, там эти кредиты, стирает, прощает вас. Therefore, Mahaprabhu said. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Koi. All the scriptures, they beseech everyone, go for the association of sadhus, pure devotees. Святые Писания подбадривают всех, умоляют всех, отправляйтесь к святым личностям, находитесь в Саду Санги постоянно. Это самое важное. So in the first verse, Chaitanya Mahaprabhu explained seven excellent results of kirtan. В первом куплете Кшир-шастрики Чайтанья Махапрабху изложил семь чудесных эффектов воспевания санкиртана. In the second verse, во втором куплете, he showed the secret how to enter into pure kirtan.
Он объяснил секрет того, как погрузиться в чистый киртан. So remember, yesterday we discussed first abhinna buddhi. Что нужно, концепции, которые нужно удерживать, abhinna buddhi. Chant with a firm conception that Krishna and his name are not different. Что нужно повторять святые имена в четкой концепции того, что святое имя и Кришна не отличны друг от друга. Vastu Shakti. Нужно понимать, что у святого имени есть Васту Шакти. All the powers of the Lord are in the name. It does not require the support of your speculation. Что вся сила, все могущество Господа заложено в его святые имена, поэтому святое имя никак не зависит от вашего воображения и ментальных спекуляций. And in the second verse, Smaranena Kala, begin with Nam Smarana. Smaranena Kala, надо начинать с памятования святых имен. Remember the names of Krishna and Chan. Памятовать святые имена Кришны и повторять джапу. And near red, Mahaprabhu is criticizing himself. Должно присутствовать чувство самобичевания, near red. And Anutap. И раскаяние, анутап. Means a feeling of regret and repentance. Сожаление о содеянном и раскаяние. So, if one will chant following these moods revealed by Chaitanya Mahaprabhu, anarthas will begin to clear. И если преданный будет воспевать святые имена, удерживая вот эти умонастроения, которые рекомендуют читание Махапрабху, то анартхи, эти нежеланные качества, начнут постепенно уходить из сердца. And one will gradually come to the stage of nishtha. Постепенно преданный сможет достичь уровня стабильности, ништхи. So the symptoms of nishtha are described, now we come to the third verse. Сейчас мы переходим к третьему куплету, и мы увидим примеры, симптомы присутствия ништхи в практике преданного. Тарора писа чична, Амадрина, Амадрина, Киртанья Садахари. Once you chant the holy name in a humble state of mind, thinking oneself to be more insignificant than a blade of grass. Преданному следует повторять святые имена в очень кротком умонастроении, с пониманием собственной незначительности, считая себя менее значимым, чем стебелек травы. One should be more tolerant than a tree. Нужно развивать в себе толерантность, терпимость, быть более терпимым, чем дерево. One must give respect to everyone. Нужно почитать всех окружающих. Don't see, this is good, this one is bad. See, every soul is a servant of Krishna. They are temporarily covered by some good or bad qualities, but this is not important. Нужно уважительно относиться ко всем, не делая различий, что это плохой человек, это хороший. Нужно понимать, что это все временно, хорошие и плохие качества – это все временное, что это внутри каждого тела душа, которая по природе вечная слуга Кришны. Sees the good and bad qualities, not like Uttamadhikari. Мадхья Мадхикари, преданный среднего уровня, он видит и плохое, и хорошее в людях. But it does not disrespect that soul on account of the covering of material nature. Это Уттамадхикари уже не делает различий, но все равно Мадхья Мадхикари не относится неуважительно никому, потому что он не презирает эти души за то, что они в таких телах с такими нехорошими временными характеристиками. So respect everyone, but don't expect others to give you respect. Поэтому нужно уважительно относиться ко всем, но не ожидая взамен уважения к себе. If you adopt this mentality, then Kirtanya Sadahari, you can chant continuously. И если у вас будет, вы сможете развить в себе такую кроткость и смирение, то вы сможете непрерывно повторять святые имена. If you don't adopt this mentality, then you cannot chant continuously, because due to ego, you will be pulled into one conflict after another, and you have no time for chanting. Это умонастроение необходимо преданному, потому что если у вас не будет этой кроткости, вы не сможете непрерывно повторять святые имена, потому что ваше эго будет постоянно втягивать вас в какие-то конфликты, разборки из-за того, что кто-то вас не уважает, или кто-то вам не нравится. И вы будете постоянно отвлекаться от повторения святых имен. So Chaitanya Mahaprabhu described this verse, explained it himself.
Чайтанья Махапрабху сам прокомментировал на этот стих. He said, Кирупа лайланам према упаджали Тайлакшан слог суно сарупрамарай. With his arms around the shoulders of Swarup Damodar and Rai Ramananda, he said, Oh Swarup Damodar, Oh Rai Ramananda, listen to me. The way in which one should Kirupa Loyana, the way in which one should take the name by which love will appear in the heart. Обняв Сваруп Дамодара и Рай Рамананду за плечи, Чайтанья Махапрабху сказал, Сваруп и Рай Рамананда, внимательно послушайте меня. Я расскажу вам, в каком настроении преданный должен принимать святое имя. Notice here, he did not say chant. Он не говорит повторять святое имя, произносить. Он говорит, каким образом принимать святое имя. Пратидина лакшанам джей граханкари. Махапу said you should граханкари, means accept 100,000 names every day. Каждый день Махапрабху говорит, нужно почитать, принимать 100,000 святых имен. He's not saying chant. Он не говорит повторять и воспевать. To say chant is not wrong. Воспевать, конечно, не является неправильным словом. But that is active verb. Это активный глагол. So then the ego may come, I am producing this sound. И может возникнуть эго, что это я создаю эту звуковую вибрацию, я произношу эти имена. So if you think that Naam is Jivadin, under the control of your tongue, this is an offense. И если вы считаете, что святое имя Дживадин, что оно подчиняется вашему языку, то это является оскорблением по отношению к святому имени. You should think that your tongue is Namadin. Просто думайте, что ваш язык это слуга святого имени. Like Rupa Goswami wrote, Tundai tanda mani ratim vitamutai tanda havali labdai karna koda kadam vini gatayate karna budai gaspiham Чейто прангана сангини виджаяте савиндриянам критим но джане джанитак ядбирамитак кишнейти ваны двои. I don't know how much nectar is in these two syllables. Кришна. Рупа Госвами написал, я даже не понимаю, сколько нектара кроется в этих двух слогах. Кришна. When these two syllables, Криш. And now come together. Nectar is coming out. Когда эти два слога сочетаются вместе, то из них проливается так много нектара. Chanting and chanting, and more nectar is coming. There's no end to it. Я все повторяю, повторяю эти два слога, и столько из них льется нектара без конца и края. In fact, I feel I am not chanting, but the name is dancing on my tongue. Мне кажется, что я даже не повторяю эти имена, что святое имя просто танцует на моем языке. Like Rupa Goswami wrote, Hare Krishna Sutchai Spurita Ganana Rasana Kritagranti Shaini Subhaga Kati Sutra Chalakara. Chaitanya Mahaprabhu was loudly chanting Hare Krishna and the name was dancing on the stage of his tongue. Рупа Госвами описывает, что когда Чайтанья Махапрабху громко воспевал святые имена, святое имя танцевало на сцене уст Чайтанья Махапрабху. Если у вас есть деревянная сцена, которая не очень, подмостки такие деревянные, которые не очень крепкие, a dancer begins to dance, and then the stage is gone. И танцор начнет танцевать, и сцена начнет прогибаться. So Rupa Goswami is saying, like this, now he's dancing, he's making my tongue move. Rupa Goswami is saying, and it's so sweet, one tongue is not enough, I wish I had thousands of tongues. And Rupa Goswami говорит, как жалко, что у меня всего лишь один язык, мне бы хотелось иметь тысячу языков. And when the sound goes in my ears, this is better because at least I have two ears. У меня радует, что у меня хотя бы два уха, потому что двумя ушами я могу слушать нектар этого святого имени. Something improved. Уже получше, чем один язык. But it's not enough. I wish I had millions of ears. Но мне и двух ушей недостаточно. Хотелось бы иметь миллион ушей. So, Mahaprabhu saying, don't think you are creating that. Accept this name of Krishna.
Поэтому Махапрабху наставляет нас, не думайте, что вы воспроизводите этот звук своим языком, просто понимайте, что вы принимаете это святое имя, оно приходит на ваши уста. So the inner meaning of this verse, Trinadarupi Sumitena, is that when in the stage of nista, the chitta becomes steady, then there is a cognitive inversion. That means your interpretation of the world, you still see the world, but how your consciousness is interpreting it is completely turned upside down. Что происходит во время этого уровня повторения святых имен? Происходит перезагрузка оперативной системы мышления, что мы совсем по-другому начинаем воспринимать реальность, интерпретировать ее. Listen carefully. By this verse, Mahaprabhu is opening the door to the spiritual world for you. Этим стихом Махапрабху открывает дверь в духовный мир для вас. When our consciousness is unsteady, at that time we feel like I am the doer, I am the enjoyer. Когда сознание загрязнено, мы считаем себя действующим лицом, главным действующим, что мы наслаждающиеся, мы действующие. And when nishtha comes, the consciousness becomes steady, then we realize, oh, ahankara vimudatma karta amiti manvitai. I was vimudha, stupid like a donkey, thinking I was doing everything, when actually Krishna's energies are doing everything. Но когда мы достигаем уровня ништхи, стабильности в практике, происходит полная переоценка мировоззрения. Мы начинаем понимать, что какой же я был глупый, как осел, я думал, что я такая важная персона, я все делаю. А теперь я понимаю, что все происходит под действием энергии Кришны. Мой Гурудев придумал, изобрел новое слово английское. Donkiness. Donkiness, значит, осленность. You have to give up your donkeyness. Избавьтесь от своей ослинности. Thinking that you are doing everything and creating the fruit of your karma. Вы воображаете, что вы все делаете сами и сами контролируете, создаете плоды своей кармы. So, Trinadarupi Sumitena means to come in that stage where our experience, our interpretation of the world becomes, it's already upside down, it becomes the right way up. И вот это как раз уровень ништы, приходит тот уровень, когда происходит эта перестройка мировоззрения, что изначально наше мировоззрение было искажено, а сейчас приходит шанс перестроить, перезагрузить и восстановить правильное восприятие реальности. So our Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati called this drishya vichara. Наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад называл эту концепцию дришья вичар. Said this is the test. Whether or not you are Trinadarupi Sumitena humble, it is the test whether you are Sharanagat surrendered, it is the test whether you are ready to enter into the school of pure bhakti. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что это является экзаменом, проверка на то, действительно ли вы смиренный, и действительно ли вы преданный Кришне, и действительно ли вы готовы стать на поприще практики чистого бхакти. So, drik drishya vichar, drik means one who is seeing. Drik – это видящий. And drishya means that which is seen. Drishya – видимое. So, we are thinking, I am the seer, and the world is a seeing by me. Мы считаем себя видящим, а мир – объектом нашего восприятия. Then, when we come to the transcendental substances, like the deity, Mahaprasada, the holy name, we think, I am seeing the deity, I am eating the Mahaprasada, and I am producing very nice singing. Поэтому, когда мы соприкасаемся с трансцендентными субстанциями, с божествами, с Махапрасадом, с Киртаном, мы по своей обывательской привычке продолжаем думать, что я смотрю на божества, я кушаю Махапрасад, я красиво пою Киртан. So, although it is true that the Atma is a Shakshi, a witness of the material energy, that is not his relationship with the transcendental aprakrita vastu, the transcendental substances.
Хотя это правда, что атма, душа, является свидетелем всего происходящего этого мира, наблюдающим, но у атмы, души, нет такого права быть наблюдающим за трансцендентной апракрита васту. Sometimes devotees used to come before the deity and looking. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur used to tell, what are you doing? I exercise this. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур видел, как преданные подходят и таращатся, рассматривают божества, и он спрашивал, чем вы заняты, вы что, упражняете глаза? You know, if you go to the optometrist, they have letters, big, smaller, smaller, smaller. Если вы идете проверить зрение, то вы смотрите, вам показывают большие буквы, потом они уменьшаются постепенно, и вы так проверяете. So when you come before Krishna, what do you do? I exercise. Когда вы подходите к Кришне, что вы делаете? Проверку зрения? Not like this. We come before Thakurji, not thinking I can see him. We come so that he can see me. Не подходите таращиться на Кришну. Подходите с пониманием, что Кришна на вас смотрит. This is why we give the pranam to Thakurji not directly forward, but sideways. Поэтому, когда мы кланяемся перед божествами, мы кланяемся левым боком божествам. If you face the deity, you give obeisance, oh, I have come to see you. No, you do sideways like that. I have come to show myself to you. You can see me. Мы приходим показать себя Кришне, мы не приходим кланяемся напрямую головой вперед. То есть это значит, что я тебе кланяюсь. А мы приходим, что ложимся боком, пусть Кришна на нас посмотрит. In Bhagavad Sandarbha, the definition of Maya has been given. Бхакти Сандарбха дает определение того, что такое майя. Мийяте аная ити майя. That by which it is measured is called майя. То, чем мы измеряем, называется майя. So, when our consciousness from the soul becomes involved in the senses, trying to measure the things of the external world, now we are gone in майя. Поэтому, как только наше сознание, загрязненное сенсорным восприятием, начинает все измерять в этом мире, категоризировать, мы оказываемся тут же под влиянием иллюзии. So we think like this, we see Mahaprasada. Мы смотрим на Mahaprasad. And then we are wondering, how sweet is it? И думаем, он сладкий? How salty is it? Может, он солененький? How crunchy is it? Насколько он хрустящий? We are trying to measure the qualities of Mahaprasada with the physical senses. Своими физическими чувствами мы пытаемся измерить, определить качество трансцендентной субстанции. So this is all the offense. Это все оскорбительно. You should not think that you can see Mahaprasada. You should think Mahaprasada is looking at you. И думайте, что вы смотрите на свою тарелку на Mahaprasada. Понимаете, что Mahaprasada смотрит на вас. You are not eating Mahaprasada. Mahaprasada is eating you. That means destroying all your karmas. Вы не кушаете Махапрасад. Махапрасад поедает вас. Он разрушает вашу карму. Purifying all your senses and mind. Очищает ваши чувства и ум. So, this is called drig drishya vichara. That to be more humble than a blade of grass means to change your angle of vision from thinking, I am the seer. And Krishna's name, form, pastimes, prasadam, the deity, they are to be seen by me. No. Krishna is the seer, and I am seen by him. И вот это изменение ракурса нашего мировоззрения, восприятия, называется дриг-дриша-вишча. Что мы уже не думаем, что я пытаюсь как-то понять, рассмотреть Кришну, вкусить вкус Махапрасада и так далее. Что мы начинаем понимать, что вот эта тринада писуничина, что будучи смиренной травинкой, что мы объект восприятия Кришны, что мы объект восприятия Махапрасада, святого имени и так далее. Relation with Guru and Vaishnava is the same. Это тоже относится к отношениям между духовным учителем и вайшнавами. Don't think that by your senses you can see Gurudev and pure devotees. Не думайте, что своими чувствами вы можете как-то воспринять правильно духовного учителя или чистых преданных. You should think, no, they are seeing me. Понимаете, что это они за вами наблюдают, они вас видят. If they are pleased with my service, then by their causes mercy they may reveal their divine transcendental nature. Понимаете, что вы понять духовного учителя не можете, но если духовный учитель доволен вашим служением, наблюдая за вами, он одарит вас милостью
и даст понимание о своей трансцендентной природе. Потому что вы должны понимать, что до тех пор, пока Гурудева и чистый Вайшнава по своей сладкой воле не явят себя нам, мы ничего не поймем о них. Understand? Вы понимаете это? So to know the peace with the Tengamis, we have to change our angle of vision from the materialistic angle of vision to the spiritual angle of vision. Тринада Писаничина означает, что нужно поменять кардинально ракурс нашего восприятия от обывательского к духовному восприятию. Then we can chant continuously without offense. И тогда у нас будет возможность повторять святые имена непрерывно, не совершая оскорблений. I am not chanting. Now Prabhu is coming. Please give me your shelter. Понимаю, что мы не воспеваем, что святое имя приходит на наши уста, и мы просим его о прибежище. Then what happens? Что произойдет тогда? The living entities have three causes for suffering. У живых существ есть три причины всех страданий. First is pap, karma. Pap – это карма. So when we begin devotional service, easily this karma is destroyed. Когда мы начинаем духовную практику, садхана, то эта карма разрушается легко. But inside there are still some desires. Но внутри все еще скрываются желания. Impressions of desires. Просто вот эти отголоски прошлых желаний. So when one chants the holy name in a very humble state of mind, then gradually, Nam Prabhu also destroys those desires in the core of the heart. Но если человек настойчиво искренне продолжает повторять святые имена, святое имя сотрет все эти отголоски, эти эхо прошлых наших желаний и чувственных ощущений. So that is called Papa Beach. Это называется Papa Bija. Then Ruchi appears. Затем появится Ruchi. So Chaitanya Mahaprabhu has described the stage of ruchi taste in the fourth verse of Shikshastaka. Ruchi придет вкус, и Махапрабху описывает этот уровень восприятия вкуса к преданному служению в четвертом куплете Шикшастаки. Натанам наджанам насундарим гавитам бхажа гавиша камале маджанмани джанмани сваре Бхагават Бхакти Ахой Туки Твои. Наданам, О Lord of the Universe, I don't want money or worldly wealth. О Властелин Вселенной, я не жажду ни денег, ни мирского состояния. Наданам, I don't want, so many children or so many followers. Also both, means progeny and also followers. Мне не нужны ни дети, ни последователи. Kamma, I don't want to have a vast learning as a scholar. Я не хочу прославиться как великий ученый. Мне не нужны эти познания. In kavita, in literature. Не хочу быть поэтом. You see, so here Mahaprabhu is expressing the Papa Beej Nash, the destruction of all desires takes place. Вот этой молитвой Махапрабху описывает о том, как происходит Папа Бич Наш, уничтожение вот этих желаний в сердце. Мама джаннами джаннами срай бхагата бхакти ахойти куи твои. О, my Lord, I just want that lifetime after lifetime, spontaneous, causeless devotion for you will awaken in my heart. О мой Господь, я хочу, чтобы из жизни в жизнь спонтанное преданное служение, желание спонтанного преданного служения присутствовало в моем сердце. So, being in this material world is full of inconveniences. Да, в этом мире очень много всяких неудобств. But here the devotee even becomes free from the desire to be free from those inconveniences, liberation. Но глубина чистоты сердца такого преданного уже достигает такого уровня, что преданный уже не страшится даже этих неудобств, которые повсюду существуют в материальном мире. Мама джаннами джаннами, о май лорд, I don't want liberation. Birth after birth, I want to only serve. Преданный уже не просит освобождения от этого преданного мира. Он просто с готовностью жаждет служить Господу из жизни в жизнь. So, our acharyas have explained the meaning of ruchi. Ruchihi, papa bij nashad.
Мадурья Анубава. Ачарьи, объяснили, что такое ручи? Ручи means at that point when the seeds of desires are destroyed by the power of the name, then there awakens Madhurya Anubhav, the realization of Shri Krishna's sweetness. Наши ачарьи описали этот этап духовного развития, появление вкуса к преданному служению, как полное уничтожение всех мирских желаний. Это папа Пиджанаш и появление сладости, что в сердце появляется сладость осознания Господа. That means that in this stage now of Ruchi, the chitta is so clean that Krishna's form, the sweetness of his qualities, and also the sweetness of his associates and how they relate with him is now shining in the heart. This is Ruchi. Сердце на этом этапе уже настолько чистое чита, что в чистой чите уже отражается и облик Кришны, его качества и его спутники. И преданные испытывают огромное блаженство осознания сладости Мадхурьи Кришны и его качества и спутников. So in that stage you can really do the sadhana of Radha Uddhava Bhakti. Это уже действительно серьезный этап духовной практики, на котором вы можете совершать настоящую Радха Uddhava Bhakti sadhana. Because that sadhana is what? Krishna smaram janam chastra prastam vidasamitam. Remember Krishna along with the associate of Krishna whose devotion you want to personally attain, a devotion just like that. Потому что на этом уровне вы действительно можете совершать смарану, памятование, медитацию на Кришну в сопровождении того определенного спутника, к чьему служению, чьей любви вы стремитесь в своих отношениях с Кришной. Try to understand this point deeply. Вслушайтесь внимательно в эту идею. Рагануга Бхакти does not begin from that stage. Рагануга Бхакти не начинается именно с этого этапа. But the eligibility to do the pure sadhana of Рагануга Бхакти is there. Но квалификация на совершение правильной практики Рагануга Бхакти проявляется на этом этапе. What is the difference between Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti? В чем разница между Vaidhi Bhakti и Raganuga Bhakti? Yatra Ragana Bhaktatva Pravriti Upajayate Shashaneinaiva Sastasta Sa Vaidhi Bhakti Uchite. Rupa Goswami gave the definition. Rupa Goswami поддал определение. If a person does not have the taste in the love of the associates of Krishna, how they are serving him? But rather, they're inspired to engage in bhakti because of the rules and regulations given in scripture and the order of guru. Then their practice is called vaidhi bhakti, control under the jurisdiction of vidhi, rules and regulations. Если в своей практике преданного служения человек движим не привлечением к любви, которую испытывают спутники Кришны к нему во врадже, а человек движим правилами и предписаниями священных писаний, то его практика называется Вайди Бхакти и наставлениями учителя. Если он движим вот этими правилами, предписаниями, наставлениями. A person thinks, I am a soul and I am part of Supreme Lord. Такой человек понимает, что я душа и я неотъемлемая частичка Верховного Господа. Because I am a part of God, it's my duty to serve Him. И так как я частичка Господа, это мой долг, моя обязанность служить Ему. And if I don't serve Him, then I'll be crushed by Maya. А потому что я сильно пострадаю, если я не буду служить ему, потому что иллюзия майя раздавит меня. And wonder in an endless chain of birth and death. Мне придется снова и снова рождаться и умирать в круговороте самсары. Где мой мешочек джапа? Чтобы повторять мантру. This is Vaidhi Bhakti. Это пример практикующего Vaidhi Bhakti. And Raganuga Bhakti. А каков пример практики Raganuga Bhakti? Virajanteva viraktam pratyabhasi janadishu ragatnakam nasukya sa Raganuga uchyate. Person was listening to the pastimes of Krishna. Когда человек слышал описание игр Кришны, they heard how Krishna's associates are serving him with so much love. Он услышал о том, как преданные вечные спутники Кришны служат ему с любовью. Like Mother Yashoda. И заботой, подобным образом, как служит мама Ишода. She takes a baby Krishna and puts him in bed.
Она заботится о маленьком Кришне и укладывает его в колыбельку. Okay, now go to sleep. Good, спи. Oh my God, I cannot sleep. Кришна говорит, не хочу спать. Tell me a story. Расскажи мне историю, сказку, мама. Ладно, okay. Мама еще говорит, ну ладно. Once upon a time, однажды, there was a little boy like you. Жил маленький мальчик, такой как ты. And he was the son of a great king called Dasarath Maharaj. Он был сыном великого царя Дасарат Махараджа. His name was Рамачандра. Мальчика звали Рамачандра. Кришна слышит его голос. Кришна слушает. Then what happened? А потом что случилось? Huh? When he became a young man, he was just about to become the king. Когда Рамачандра повзрослел, его готовили к коронации. But his father was controlled by one heavy queen named Kaikeyi, and she took a benediction from him that Ram would have to go to the forest for 14 years. Но папа, попав под влияние своей жены Кайкеи, пообещал ей, что он сошлет сына в ссылку на 14 лет в лес. And so Ram went to the forest. И Рама отправился в ссылку в лес. But he did not go alone. He went with his brother Lakshman. Но он отправился туда не в одиночку, он пошел вместе со своим братом Лакшманом. And with his very beautiful princess named Sita. И со своей прекрасной супругой принцессой Ситой. He was married to her. Потому что к тому времени он уже был женат. Then Krishna said, oh, when I grow up, can I be married? Мама, а я когда вырасту, я тоже смогу пожениться? Yes, yes, why not? Да, Кришна, конечно. He said, but you have to get me a very nice wife. Кришна сказал, мамочка, но ты мне должна выбрать очень хорошую жену. Not too big and fat. Не очень толстую. And not who becomes angry also. И не очень гневливую. Krishna said, then what happened? А дальше что произошло? His mother said, one day, Sita, she saw a golden deer, and she told Rama, catch that deer for me. Однажды принцесса Сита увидела золотого оленя и попросила мужа поймать его. And when Rama went to catch the deer, и когда Рама пошел за этим оленем, then evil demon called Ravana came and kidnapped Sita. То злой колдун Раван пришел и похитил Ситу. As soon as Madhya Shoda said that, then Krishna, the little baby, completely naked, he jumped up on the bed. He said, Lakshman, bring my bow! Только Мама Ишода произнесла эти слова, маленький Кришна вдруг вскочил в своей кровати и закричал, Лакшман, принеси мой лук! Madhya Shoda was astonished. Мама Ишода подпрыгнула на лук в удивлении. What happened to him? Что с ребенком произошло? Maybe it's some sanskar from previous life. Sanskar from previous life. In this way, Madhya Shoda is taking care of her son and feeling so much ananda. Таким образом, мама Ишода заботится о своем ребенке и при этом испытывает сильную ананду, блаженство. So a devotee may listen to this and think, oh, I want to love Gopal like this. И преданный, услышав эту историю, может захотеть, о, я тоже хочу любить Гопала таким образом. Such love is possible also for me. Я хочу тоже служить Гопалу. Я надеюсь, что такая любовь возможна и для меня. So that devotee, who is hearing, chanting, remembering, but not because of rules and regulations, but because he wants to follow the moods of the associates of Krishna. И когда преданный практикует анги-бхакти, он повторяет святые имена, воспевает, служит Кришне, но он движим не правилами, предписаниями, наставлениями священных писаний, а вот этим стремлением обрести такую же любовь, как у спутников, вечных спутников Господа. So, the associate's love is called ragatmik bhakti, and when someone in this world wants to follow them, that is called raga anuga, following their raga. Так как он пытается следовать этой любви, этих преданных, а их любовь называется рагатмик, а нуга значит следовать, рага-нуга.
So the difference between Vaidhi Bhakti and Raganuga is only pravritti. What is the motivation? И поэтому единственная разница между практикой Вайди Бхакти и Рагануга – это правритти, мотивация. One who is practicing inspired by scriptural rules, they are on the path of Vaidhi Bhakti from the very beginning. Что движет преданным? Если это священные правила предписания священных писаний с самого начала, то это Вайди Бхакти. And one who from the beginning is inspired by the sweetness of Krishna's associates. Oh, from the very beginning, it is called Raganuga Bhakti. А до того преданного, который с самого начала уже движим вот этим стремлением обрести, его вдохновляет вот эта любовь и забота вечных спутников Кришны, то эта практика уже с самого начала находится в категории Рагануга Бхакти. So it begins from the stage, Ado Shraddha from faith. Начинается она с Ado Shraddha, с уровня веры. One kind of faith is the faith which is on the path of Vaidhi, and one type of faith is on the path of Raganuga. Две разновидности веры. Одна вера в стиле вот это Вайди, правил предписаний, вторая вера в стиле Рагануга, Бхакти. So it depends whom we associate with. И это зависит, что определяет, какая вера у нас будет, это наш круг общения. If you associate with someone in Vaidhi Bhakti, then you will develop a faith in that. Если вы общаетесь с кем-то, кто сам практикует Вайди Бхакти, то у вас появится такого рода вера. But if you associate with someone in Raga Mark, in the mood of the following the residents of Vrindavan, then from the beginning of Vishesh Sanskar, a special impression will come. And from the very beginning of your practice, it will be Raganuga Pravritti, inspired by sweetness. Но если вам посчастливится общаться с вайшнавом, который практикует Рагануга Бхакти, то уже с самого начала у вас появится это вишеш самскара, вот это особенное впечатление, и вас будет привлекать вот эта любовь в раджабасе, спутников Кришны. И с самого начала тогда ваша практика уже будет в категории Рагануга Бхакти. When all your practices are inspired by sweetness, it is called Swabhaviki, very natural bhakti. Когда вся ваша практика бхакти, она вдохновляется сладостью, то это называется Свабхавики, такая естественная. But Vaidhi Bhakti is called Aswabhaviki, not so natural, by force you do everything. Vaidhi Bhakti называется Aswabhaviki, потому что приходится через «не хочу» все делать. Это такой неестественный процесс. Now, this Raganuga Bhakti also has two types. В свою очередь, Рагануга Бхакти тоже делится на две категории. They're called Sambandhanuga and Kamanuga. Sambandhanuga и Kamanuga. Sambandhanuga means following any resident of Vrindavan in dasya sakya povatsalya rasa. Sambandhanuga – это практика Рагануга Бхакти, в которой преданный и привлечен любовью кого-то из вечных спутников Кришны, который находится в дасе, в отношениях слуги, или в отношениях друга, или в отношениях родителей, родительской любви. So in the house of Nanda Maharaj, there are some servants. В доме Нанды Махараджа есть слуги. Рактак, Читрак и Патрак. Рактак, Читрак и Патрак. So if you want to follow them, если вы хотите следовать за ними, in the mood of a servant, it will be Sambandhanuga. То это будет категория Sambandhanuga. If you want to follow the coward boys, they also, Subal is also, if you want to follow him, it is Sambandhanuga. Если вас привлекает Сакья раса и такие отношения, как у Субала, это тоже категория Sambandhanugi. If you want to follow Nanda Maharaj or Madhya Yasoda, если вы хотите иметь родительскую любовь к Кришне, такую как у мамы Ишоды и папы Нанды Махараджа, или дедушки Кришны Парджани Махараджа, the grandparents have special love for the children. Потому что бабушки и дедушки всегда любят внуков по-особенному. So it will also be Sambandhanuga. Это тоже будет категория Sambandhanugi. But if someone has the inspiration, they want to follow Simati Radhika, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, any gopis of Vrindavan, that is called Kama Nuga Sadhana Bhakti. Но если вы стремитесь к той любви, которая любит Кришну, пастушки Вриндавана, это уже другая категория. Kama Nuga. So, does not mean that Kama Nuga, the Kama,
is not a sambandha. Это не значит, что кам, вот эта трансцендентная любовь романтическая, что это не является самбандой, отношениями. Acharya is giving an example. Someone said, oh, everyone has arrived, and the king has also arrived. Наши Acharya приводят следующий пример. Все уже прибыли, и царь тоже прибыл. So if you say everyone has arrived, then the king is included. But because he's special, then you add, and the king also. Если вы уже сказали, все прибыли, то понятно, что это относится и к царю. Но так как царь занимает совершенно особенное положение, что отдельно уваживают его, и говорится, и царь тоже прибыл. So, although the kama rup bhakti is also one relationship, but because it's special, it has been separated. Кама рупа бхакти — это тоже категория определенных отношений с Кришной, но это занимает совершенно особое место, и поэтому оно упоминается отдельно в своей категории. So, someone may say, Rupa Goswami has told so many things. Why is it written in Shastra? Кто-то может сказать, Рупа Госвами так много всего сам написал, а где Шастра и Прамана этого? In Chaitanya Charitamrita, in Rupa Shiksha, it is said, Читание Чаритамрити в главе про Рупа Шикшу описано Кришна таттва, бхакти таттва, раса таттва пранта, сабхасикаила право, бхагават сиданта. Whatever Chaitanya Mahaprabhu taught Rupa Goswami about Krishna таттва, бхакти таттва and раса таттва, it was all based on Shrimad Bhagavatam. Там сказано, то все, чему Чайтанья Махапрабху обучил Рупу Госвами о Кришна-таттве, Бхакти-таттве, Раса-таттве, все это берет свои истоки в Шримад-Бхагаватам. So we want to show how the distinction between Vaidhi-бхакти and Raghunuga-бхакти and Kama-нуга-бхакти and Sambandha-нуга-бхакти have been described in Шримад-Бхагаватам. Поэтому я хочу проиллюстрировать, где вот эти концепции Vaidhi-бхакти, Рагануга Бхакти, Самбандануга и Камануга, где они присутствуют в Шастре, в Шримад Бхагаватам. In the seventh canto of Shrimad Bhagavatam. В седьмой песне Шримад Бхагаватам. There's a very wonderful narration. Описана очень интересная история. It is the Rajasura Yagya of Yudhisthira Maharaj. Великая Раджасура Ягья, которую проводил All the great kings and sages from around the universe are present there. But before the sacrifice can be performed, the first thing is to give the seat of honor to the most worshipful person in the assembly. Но по правилам положено перед началом яги предложить почетное место самому достойному гостю. So many kings are there, so many rishis are there, like Narad. Там было очень-очень много удивительных личностей, всех много царей, доблестных царей, много возвышенных мудрецов, риши, Нарада был там. So who should be given the seat of honor? Кому дать почетное сиденье? So Nakul and Sahadev, they said, Krishna. Накул и Сахадев предложили кандидатуру Кришне. He is worshipable for everyone. Они сказали, он достоин почтения от всех. So? They gave the seat of honor to Krishna. И Юдхиштхира Махарадж предложил это почетное сиденье Кришне. But Шишупал was there. He was not pleased with this decision. Но Шишупал, который тоже присутствовал там, он стал возмущаться. Шишупал hates Krishna. Его покоробило это решение, потому что Шишупал ненавидит Кришну. When Шишупал was born, когда Шишупал родился, as a baby, he had four arms and three eyes. Младенец родился с четырьмя руками и с тремя глазами. And everyone was coming to see this astonishing baby. Все приходили посмотреть на это чудо природы. So, one aerial voice, there was a voice in the sky. He said, oh, when this child is taken in the arms of someone, and two arms disappear and his third eye disappears, then that person will be the one who will kill him. И вдруг небесный голос провозгласил всем присутствующим, что когда кто-то из гостей возьмет младенца на руки, и в этот момент, если две руки исчезнут, и это третий глаз, то этот человек, держащий младенца, станет причиной смерти этого младенца. So everyone was coming.
Много гостей приходило каждый день. Krishna also came and picked up the baby and two arms and disappeared. Кришна пришел, тоже взял младенца на руки, и тут же две руки из четырех исчезли, и третий глаз исчез. So his mother began to cry. Мама ребенка стала плакать тут же. Said, you kill my child. Так значит, ты убьешь моего сына? Don't kill him. Не надо его убивать. He said, all right, I will not harm him. I will not kill him until he makes in one day 100 offenses in one day. Кришна сказал, ладно, я клянусь, что я его убивать не буду до тех пор, пока он за один день одновременно, непрерывно не совершит 100 оскорблений. So then his mother was very happy. She thought, I'll raise him to be a well-behaved boy. Make offense here and there, but 100 of consecutive offenses. That's very difficult to do. Слова тут же успокоили маму, потому что она поняла, что ничего страшного не будет, тогда я воспитаю мальчика хорошо, и тогда невозможно, чтобы кто-то 100 оскорблений одно за другим сделал. Ну, может, там он пошалит немножко тут, но все будет хорошо. Шишупал grew up thinking, I hate Krishna. И Шишупал подрастал с этим осознанием, что Кришна хочет убить меня, я ненавижу его. And then when Shishupal was about to get married to Rukmini, Krishna came and stole Rukmini. В день его свадьбы с Рукмини Кришна пришел и похитил его невесту. Rukmini was so beautiful when she appeared on her wedding day, and all the princes saw her, they were fainted. Rukmini была настолько красивой, что когда в день своей свадьбы она вышла на люди, то все принцы, увидев ее красоту, просто упали в обморок. So Shishupal was thinking, oh, today is my lucky day. Shishupal радостно предвкушал, что вот сегодня привалила мне благая удача. But then Krishna showed up and stole his bride. Под носа Кришна похитил его невесту. After that, Shishupal hated him even more. Конечно, после этого Шишупал стал ненавидеть Кришну еще сильнее. He had a sambandha relation with him. У него было самбандха с Кришной отношение. You are my enemy. Ты мой ненавистный враг. This was his bhav. Это было настроение Шишупала такое. So when Krishna was given the seat of honor, he could not tolerate it. И тогда во время этой Раджасуи Яги Кришне дали это почетное место, то это разъярило Шишупала. He stood up and announced to everyone, "This is a scandal." И Шишупал тут же вскочил и стал голосить, это скандал. How can we say Krishna is honorable? Как вы можете его почитать? There's a doubt about who his parents are. Мы вообще не знаем, кто его родители. Is he a coward boy or is he a prince? Никому не понятно, он кшатрия или пастух. We know from his childhood he was a thief. Но что мы знаем, что с детства он уже воровал. He used to steal butter from households. Воровал масло. There are also some rumors of his improper behavior with girls. Я слышал слухи о том, что он не очень доблестно вел себя с девушками. In his village. В своей деревне. And he was criticizing Krishna. И Шишупала понесло, он стал критиковать Кришну. Krishna was sitting patiently. Кришна сидел спокойно, слушал. 94. 94. 95. 95. 96. 96. 97. 97. He was counting his apparatus. Считал все эти аппараты Шишупала. When he got to 100. Дошло до 100. Чакра. Then Sudarshan Chakra came and cut off the head of Шишупала. Sudarshan Chakra тут же обрубила голову Шишупала. But everyone saw that the Atma of Shishupal came out from his body and floated through the air and then merged into the lotus feet of Krishna. Но все присутствующие увидели, что Атма, душа Шишупала, вышла из тела и медленно подлетела к стопам Кришны и вошла в стопы Кришны. Юдхиштхир Махарадж was struck with wonder. Юдхиштхир Махарадж стоял удивленный, изумленный. So he knows Narada is omniscient, he knows everything. Юдхиштхир Махарадж знает, что Нарада сарвагья, всеведущий. He said, oh, Narada Muni. Он сказал, Нарада Муни. There was a king named Vena. Что, однажды жил царь Вена? He was envious of God. Он завидовал Господу. He used to criticize God. И тоже богохульствовал часто. And for this, he went to hell. И из-за этого он попал в ад. But this Shishupal, we just saw. He attained the mukti liberation.
А каким образом Шишупал сейчас перед нашими глазами получил освобождение мукти? Which is very, very difficult to attain even for great sages. Мукти очень труднодоступна для великих мудрецов. How is it possible? Каким образом это произошло? So then Narada Muni, he replied this verse. И Нарада ответил этими словами. We can chant together. Сейчас мы вместе этот стих можем. Камар-двейша-двая-снеха Ятха-бхакти-шрайна Авасчата-гам-хитва Ваху-тат-гатим-гатаха. It means Камар by lust, Камай вожделением, Двейша by enmity, враждебностью, Двешат Баят by fear, страхом, Снехат by affection. Любовью, снехат. Ятхабхакти-шрейманха or by the practice of bhakti. Или практикой бхакти. Манаха авесья. The mind can become absorbed in Krishna. Манаха авесья, что ум может погрузиться в Кришну. Тадагамхитва. By being absorbed in Krishna, one gives up all sins. Будучи погруженным в Кришну, человек избавляется от греховной деятельности. Бхава means many persons in the past. Бхава, многие в прошлом так поступили. Тадгатим гата attained the Supreme Lord by this. Тадгатим гата, я достигли стоп Верховного Господа таким образом. In this way, Narada Rishi is replying to Yudhishthira Maharaja's question. Таким образом, Нарада Риши отвечает на вопрос Юдхиштхира Махараджа. You see, Vaina Maharaj, he criticized the Lord, but he was not absorbed in any sambandha, any relationship. Вьяна Махарадж, он поносил Господа богохульство, но он не был настолько погружен в это, у него не было никаких отношений определенных с Господом. He was not thinking of God all the time with the relation, you are my enemy, or anything like this. Он просто не любил Бога, но он не относился к Нему как зафиксированно, что ты мой враг. Only from time to time, he would casually criticize God. Так, иногда, между прочим, он богохульствовал. So that is pap sin. Это категория греха. Therefore, Vena went down to hell. И посему Вена отправился прямо в ад. But what happened to Шишупал? Но ситуация с Шишупалом другая. He was on the path called Bhav Marga. Он был в практике Bhava Marga. That means Abhiman Lakshana Vishesh Bhav. To have a special mood which is characterized by an Abhiman, an identity in relation to Krishna. У него был определенный абиман по отношению к Кришне, определенный, он относился к Кришне в очень определенном ракурсе, с определенных отношениях. He was thinking all the time, Krishna is my enemy, I am his enemy. Он считал себя врагом Кришны и считал Кришну своим врагом. У него была такая самбанда. So, actually, Krishna is beyond all criticism. Кришна, конечно, вне всякой критики. Because whatever a materialistic person will say, oh, Krishna is a thief. Чтобы обыватель Krishna is irreligious. Не сказал, что Кришна грешник, он воришка. They are only describing qualities of the material nature. Устами этого человека они глаголят просто какие-то мирские качества, категории этого мира. Krishna has no material qualities. У Кришны нет материальных качеств. And oh, this is coming from their false ego. И все это вот эта критика, это вызвано их ложным эго. Anyone's enmity or criticism cannot harm Krishna. Ничья. Because he is the supreme absolute truth, he is pure and transcendental. Who can harm him? Какой вред может принести чья-то критика или враждебность Кришне? Он верховная истина вне дуальности и вне всякой мирской критики или мирских действий. So it doesn't matter what the mood is. Поэтому нет разницы, какое настроение у человека. The important thing is avesh, absorption. Ключ тут именно авеш, погруженность. When one thinks of Krishna, когда кто-то думает о Кришне, again and again, снова и снова. Do you know why he's called Krishna? Вы знаете, почему его зовут Кришна? Because he is attractive. Потому что он привлекательный. Of all the forms of God, only Krishna is so Krishna, so attractive, that he causes avesh in himself. Потому что из всех ипостасей Господа именно Кришна настолько привлекательный, что он силой притягивает к себе.
вызывает этот навязчивый вот эти мысли о себе, о вещь. You just try to remember Krishna again and again. Попробуйте снова и снова думать о Кришне. Chant continuously. Постарайтесь непрерывно повторять его имена. You may not be a yogi. Может, you may not have so much mental control, but Krishna himself is Krishna, and he will pull you into the state of avesh, absorption. Может, вы и не йога, у вас не такое продвинутое развитое сознание, но Кришна своей силой притягательности, он притянет ваш ум к себе и погрузит вас в эту авеш. So here tadagam hitva means giving up sins, means that even a demon like Shishupal, when he's absorbed in Krishna, this absorption in Krishna destroys all sins and all piety, everything. Тадагам хитва, вот это освобождение от всего папа, подразумевает, что даже такой демон, как Шишупал, когда он погружен постоянно в мысли о Кришне, это очищает его от всей кармы плохих поступков и хороших. So one becomes transcendental. Счищает все. Поэтому таким образом человек становится трансцендентным. There are so many forms of God. Karma, Matsya, Varaha. Множество форм ипостаси Господа. But of all the forms, three are highest. Но три ипостаси занимают особенное положение среди всех форм Господа. Paravasta Rupa. Paravasta Rupa. Paravasta, the three highest forms. Paravasta Rupa, три наивысшие проявления Господа. They are Nishinadev. Нарсимха. Рамачандра, Рамачандра and Krishna. И Кришна. Now just see, in the pastimes of Lord Nrisimhadev, Hiranyakashipu fought with Lord Nrisimhadev. В лилах Нрисимхадева Хираньякашипу сражался с Господом Нрисимхой. But he was not aware that Nrisimhadev was God. Но он не понимал, что Нрисимха Бхагаван это Господь. Neither was he absorbed in him. И он не был особенно погружен в мысли о Нрисимхе. He was just saying, "Oh, this person is in my alcohol." Он увидел, что вот передо мной стоит противник, враг. Сейчас я его сражу. So, Hiranyakashipu did not attain liberation, and then he had another life. И Hiranyakashipu снова пришлось родиться. Он не получил освобождения там после кончины. He attained great wealth and opulence as Ravana in his next life. So he got a higher destination. But he was not liberated. Он тоже занял более высокое положение. Он стал очень красивым, богатым, Раван, демоном. Родился демоном Раваны в следующем воплощении. Раван fought with Lord Ramachandra. Раван уже сражался с Господом Рамачандрой. But still, he did not become avesh, absorbed in him. Но снова он не был погружен в Господа, он не был авеш. He was, why? Because he was always thinking Sita, Sita, Sita. Он думал больше о Сите. Why was he not purified by remembering Sita? This was Maya Sita. Почему вот это памятование Сити не очистило его? Потому что это была Майя Сита, иллюзорная Сита, о которой он думал. Поэтому это ему не помогло. So Ram killed him. But he was also not liberated. Рама убил Равану, и опять-таки Раван не получил освобождения. But because Krishna is Krishna. Но так как Кришна supremely attractive. Чрезвычайно привлекает все привлекающие Кришна. Now he was thinking, Krishna is my enemy. I hate him. Теперь Шишупал, я ненавижу его. Это мой лютый враг. And Krishna is so powerful, he drew his mind into a state of total absorption. И Кришна настолько милостивый, он просто силой притянул ум Шишупала в это состояние полного авеша. By that авеш, all his karmas, all sins, all offenses, everything was destroyed, and he was liberated. И благодаря вот этому погруженности Кришна, этому состоянию авеша, Шишупал избавился от всей кармы, и после того, как Кришна сразил его чакру, он получил освобождение. Therefore it is said, Yaina Tina Prakarina Mana Krishna Niveshaya. Means, by any means possible, you must absorb your mind in Krishna. Именно поэтому рекомендуется, каким угодно способом, как угодно, постарайтесь погрузить свой ум в Кришну. Niveshaya means not do it. But it should be done. И говорится, не делайте это, да пусть вы окажетесь в этом состоянии погруженности. Because it's not within your power to be absorbed.
А вещь недоступен нашими собственными усилиями. У нас нет способности самим погрузиться. Это что-то, что может произойти с нами. But if you try, by Krishna's power, the power of his attraction, he'll make you become a vish absorbed. Но желательно все равно стараться, потому что если вы стараетесь, по милости Кришны, он вам поможет и сделает вас погруженными. So, Narad Muni said to Yudhishthira Maharaj. Narada Muni сказал Yudhishthira Maharaja. Yatha vairanu bandina matyastham mayatam iyat natatha bhakti yogena iti meinishtitamati. He said, the absorption in Krishna that you can, a mortal being can attain by enmity, that intensity of absorption cannot be attained by bhakti yoga. That is my opinion. Он сказал, я считаю, что тот уровень погруженности, который простой смертный может достичь мыслями о Кришне, этот уровень недоступен практикой бхакти йоги. Don't be in asaha. You should think now you are sitting and listening to Rupa Goswami in Vrindavan. I am also listening to him. These are the deep secrets of our sampradaya. Это сокровенные секреты нашей сампрадаи. Why did Narad Muni say the intensity of absorption you get from being the enemy of Krishna, you cannot get by bhakti yoga. Он сказал, что этот уровень, степень погруженности, которая доступна даже через чувство ненависти к Кришне, для простого смертного, этот уровень погруженности недоступен через практику бхакти йоги. Почему? Because here bhakti yoga means vaidhi bhakti. Что в данном контексте бхакти йога означает vaidhi bhakti. So, if the bhav mark, the path of having a particular abhiman, identity in relation to Krishna, even as an enemy, makes more absorption in Krishna than following the rules and regulations of Vaidhi Bhakti, then why do this? We should go in Raghunuda Bhakti. Тогда возникает вопрос, если практика Vaidhi Bhakti даже не дает, если авеш, доступный через Vaidhi Bhakti, не может сравниться с погруженностью, которая дает вот это, даже отношение лютого врага, вот этой слепой ненависти к Кришне, то зачем тогда практиковать Vaidhi Bhakti? Давайте сразу займемся Рагануга Бхакти. Because bhav mark means that you accept some relationship with Krishna. Bhav mark, что нужно принять какую-то категорию вот отношений с Кришной. Even as enemy. Даже если в качестве врага. Fear. Или страха. Lust. Вожделение. So, but if this makes more absorption in Vaidhi Bhakti, then how much superior is following a relationship of the Radhatmik, that is Radha Nuga Bhakti? Если такие категории отношений позволяют ощутить более глубокое погружение в Кришну, то что же говорить об отношениях любви к Кришне? Okay, now you are in university. Сейчас вы в университете. Внимательно слушайте. Who is the example of Kama? Кто пример Кама? Куджа. Братья Гопис. Куджа is called Kama Prai. Куджа на самом деле относится к категории Kama Prai. Almost. Почти она там, но не совсем. Because here Kama means love. Потому что кам тут означает не вожделение, а трансцендентная романтическая любовь. Not lust. А Кубджи больше это... But Кубджи, she had lust, but her lust was only to Krishna, so it became pure. Кубджи просто повезло, потому что ее вожделение, объектом ее вожделения был Верховный Господь Кришна. So Narad Muni said, Gopyo Kavat. The gopis attain perfection by Kam. Да. И Нарада Муни объяснил, что гопи достигли совершенства вот этой романтической любовью к Кришне. Now you may think, сейчас вы, наверное, думаете, gopis are nitya siddha. How will they attain the perfection of Kama? Что гопи, они вечные спутницы Кришны, вечно совершенные. Как они могли достичь совершенства Кама? Любовью. So different acharyas explain in a different way. Наши ачарьи по-разному комментируют на это. Some have said, these gopis means
like the sages of Dandakaranya, the rishis of the forest of Dandakaranya, they became gopis, and in this way they became perfect. Некоторые ачарьи объясняют, что примером этого это риши из Дандакарани, из леса, что они достигли совершенства при тела гопи. Or the Шрутичари gopis. Или Шрутичари. The Vedas personified also followed the moods of the gopis, and they became perfect as gopis. Также олицетворенные веды тоже следуя настроению любви враджа гопи тоже достигли этого совершенства. Шрила Вишнутхар Тхакур said, wait. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, it can refer also to Нитья Сиддха, eternally perfect gopis. Говорит, минутку, это тоже может относиться к Нитья Сиддха, к вечно совершенным пастушкам враджа. How can we say they attained perfection? Как сказать, что значит, что они достигли совершенства? They eternally perfect there. Они вечно совершенны в духовном мире. He said, when they come to this world. Он сказал, объясняет, когда эти пастушки приходят в этот мир. When they are little babies. Когда они маленькие. Playing naked with Krishna in the dust of Braj. They have no calm. Когда все детки маленькие, мальчики, девочки нагишом играют в пыли Вриндавана. Гопи не испытывают никакой романтической любви к Кришне, никакого кама. Когда они дети, Пауганда. Вначале у них тоже нет никакой особенной любви к Кришне, романтической. For the first time, one day, the little girls look at Krishna. Но один прекрасный день эти девочки вдруг смотрят на Кришну. Then the feeling comes. И что-то начинает там. Кришна же был. Мысли про Кришна, мальчик. Я девочка. Okay. И теперь они совершенно по-другому, по-иному начинают воспринимать Кришну. This first feeling comes in Purvaraga. И вот это первый этот росток романтической любви проявляется в Пурвараге. And it grew and grew. And they became perfect. So karma, Krishna. И начинает расти и со временем достигает совершенства. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, вот это пример того, как гопи достигли совершенства. Who is the example of Дуэш? Шишупал. 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 Шишупал, we have discussed the example of envy. Ненависть и зависть — это пример Шишупала. Who is the example of why? Fear? Пример страха. Камса Махарадж. Это Камса Махарадж. Камса Махарадж. He was always afraid. Он не любил Кришну, всегда боялся его. Because there was a prophecy, the eighth son of Devaki will kill you. Потому что он слышал это предсказание, что восьмой сын Девки убьет его. He used to have dreams that he was naked and covered in the oil. That means that when a body, when someone dies, then they smear oil on them. Камсе снились кошмары, что он лежит ногой и его тело умощено маслом. Это обычно покойников умощает маслом. He had dreams he was riding on a donkey. Ему снились кошмары, что он едет на осле. But sometimes he would look and there were holes in his shadow. Иногда он видел дыры в своей тени. Sometimes he looked in the mirror and there was no head. Иногда смотрел на себя в зеркало, на отражение, и в отражении не было головы. He was seeing inauspicious omens everywhere. Постоянно он видел эти неблагоприятные знамения, приметы повсюду, и понимал, что я скоро умру. So he made a plan to kill Krishna by first he sent so many demons, but they never came back. И поэтому, испытывая этот страх безумный, он постоянно придумывал какие-то способы убить Кришну, посылал туда демонов. Кришне, но демоны не возвращались уже оттуда. If we bring Krishna to Mathura and surround him with the elephant Kulayapida, so many soldiers and Chandra, Muskikshan and Tosha, all together we can kill him. Он думал, ладно, если удастся заманить Кришну сюда в Мадуру, тут у меня много солдат, у меня бешеный слон, мы тут с ним разберемся, уже окружим его, уже не выпустим отсюда. But alas, alas, everything failed. Этот план не удался Камсе. And he attained liberation by Krishna's mercy. И по милости Кришны Камсе получил освобождение. So my friend Snehat, who is the example of Snehat? Кто пример Снеха? Любви. Here it is said Vrishnis and Pandavas. Пример Снехи это Вришни и Пандавы. Vrishni does not mean primarily the Yadavas of
Vrishni dynasty is Yadav dynasty. It's not primarily the Yadavas of Mathura, but rather the residents of Vrindavan. They are also descended in the Yadu dynasty. Vrishni это династия Ядава. В данном контексте это не главным образом не относится к Ядавам из Матуры, а относится к Враджабаси, потому что они родом из Vrishni династии. So the main example of the Sneha means Vrishni the Vrajavasis, because the Pandavas and the Vrishnis of Mathura, they have some Aishwarya Gyan. Therefore their rag is not Chuda rag, not pure. Поэтому в этом примере Бава Марка это пример Vrishni из Брадя, потому что и у Пандавов, и у Vrishni из Матуры у них присутствие Aishwarya Gyan, понимание того, что Кришна Верховный Господь. Yata Bhakteshwari Manaha, who is the example of Bhakti? Кто пример Бхакти? Narad himself, who is speaking. I am the example of Vaidhi Bhakti. He followed Vaidhi Bhakti and attained perfection. Сам Нарад, повествующий этот стих, является примером практики Vaidhi Bhakti. Он следовал правилам, предписаниям и достиг совершенства. So, now, enmity and fear, they're not included in any kind of bhakti, because bhakti is what? Anukulyena Krishnayo Shivanam. It has to be favorable, and this is not favorable. Неприязнь и страх не могут относиться к категории бхакти, потому что это не благоприятно для Кришны, это враждебное настроение, поэтому они не могут быть в категории бхакти. So two have been removed. Поэтому их мы стираем. Now, Rupa Goswami taught that there are two types of bhakti, Vaidhi and Raganuga. Rupa Goswami учил, что есть два вида бхакти, Vaidhi и Raganuga. So this bhakti is, this is Vaidhi bhakti. Если мы поняли, что вот уже вот это и есть категория Vaidhi bhakti, then two types of Raganuga left. Остаются два вида Рагануги. Kamanuga and Sambandhanuga. Kamanuga и Sambandhanuga. Understand? So in this way, this is to be understood. All the teachings that Rupa Goswami has described is precisely and exactly based on the secrets of Srimad Bhagavatam. Поэтому вот вам доказательство того, что все учения Рупа Госвами основаны на Шримад Бхагаватам непосредственно. Это всем понятно, наглядно. Вопрос можно? Подождите. If a person is hearing sweet pastimes of Krishna, если человек слушает сладкие описания игр Кришны, диксха from a qualified guru, и человек получит духовное посвящение дикша мантры от квалифицированного духовного учителя, Gurudev will indicate what sambandha relation. То Гурудев укажет этому человеку, какая у него самбанда, отношения с Кришной. Гурудев намекнет, какие отношения у этой души с Кришной. Then that devotee should be always chanting and remembering Krishna, holding in his heart that one abhiman. И тогда преданный с того момента уже всегда, когда он думает о Кришне, медитирует для него, воспевает его имена, уже воспринимает Кришну в этом определенном ракурсе отношений. Then Krishna's name, form, qualities, by their own vastu shakti, they have such a power. They will draw you into the state of Amesh absorption. И тогда уже святое имя Кришны, его качество, обладающее своей васту шакти, вот этой силой трансцендентной, они притянут вас, погрузят вас в состояние Авеша. So your abhiman, your vishesh sambandha with Krishna, this is the most important ingredient of your practice. Always be situated in your sambandha dhyan. Поэтому самый такой ключевой ингредиент вашей практики – это ваше самбанда, отношение, вишеш самбанда, ваше личное отношение с Шри Кришной. Otherwise, всегда все практикуйте, вся Агни Бхакти. It will be like a practice of Vaidhi Bhakti, and it will take a long, long time to become absorbed. Вот это самый главный ингредиент, потому что если вы практикуете все составляющие бхакти с ракурса этих отношений, то практика будет очень такой эффективной. Иначе процесс растянется, потому что он будет подобен практике Vaidhi Bhakti. So this path of Raganuga Bhakti is very powerful. Это очень эффективный. Raganuga Bhakti – это эффективная практика. The only thing which is necessary is one should be careful
Don't commit any offense. Единственное, чего нужно остерегаться, это избегать аппарат, оскорблений. You know that? Единственная опасность. There was one very critical and offensive person living in Jagannath Puri. В Джаганнатхапуре жил один такой наглый критикан. He was the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Он был шурином, зятем Сарвабхаума Бхаттачарьи. His name was Amoga. Его звали Амога. One day, Sarvabhauma Bhattacharya invited Mahaprabhu, please come to my home to honor Mahaprasada. Однажды Сарвабхаума Бхаттачарья пригласил Чайтанья Махапрабху к себе домой на обед. So Sarvabhauma Bhattacharya and his wife, they spent 6 hours and they made hundreds of preparations. И Сарвабхаума Бхаттачарья и его жена так готовились принять Махапрабху, что 6 часов напролет они готовили разные вкусные блюда к этому обеду. They put down a cloth in front of their deity's room and they put all the rice, dal, many types of sabji, many types of sweets and fruits. And they laid out hundreds of preparations there and offered it to them. Они застелили пол в алтарной и выставили там сотни блюд, которые они наготовили для читания Махапрабху, разные виды сабджи, там риса, сладости, и предложили это все своим божествам. They invited Mahaprabhu, come. И пригласили Махапрабху. Mahaprabhu walked in and saw all the prasadam. Туда, в гостиную, и Махапрабху вошел и был остолбенел, увидев это количество прасада, которое они наготовили. What is so much? Махапрабху сказал, это вы для кого столько наготовили? Сарвабхаума Бхаттачарья said, please take your seat here. Сарвабхаума Бхаттачарья очень кротко сказал, пожалуйста, Махапрабху, садись. Махапрабху said, but the Lord sits here to take the prasadam. I cannot sit here. Махапрабху сказал, я тут садиться не могу, потому что Господь тут обедает, Он тут сидит. Сарвабхаума Бхаттачарья said, if you can take his prasadam remnant, why you can't take his prasadam asana? Когда почему ты отказываешься, если ты не отказываешься почитать остатки пищи Господа, почему ты отказываешься от просадной асаны, на которой сидел Господь? Then Mahaprabhu said, oh yes, you are right. Подумал, что, ну да, хорошо, ты прав. Then he quoted a verse of Shrimad Bhagavatam. И Махапрабху процитировал стихи Шримад Бхагаватам. Твоё побукта шагганда васуланкрита чарчита учишто бодхино дашас тавамайам джанимахи. Oh my Lord, by taking the remnant of your food, the remnant of your cloth, the remnant of your ornaments, your garments, even the oil, fragrant oil given to you, your food, by taking all of these things, we will conquer over Maya. Махапрабху процитировал стих, слова Удава, в котором он говорит, Господь, с почтением, почитая остатки твоей пищи, украшения, предложенные тебе, одежды, предложенные тебе, цветы, гирлянды, предложенные тебе, и ароматные масла, предложенные тебе, мы с легкостью можем пересечь океан материального существования. So Mahaprabhu said, you are right. All the paraphernalia offered to the Lord can be accepted by His servants. И Махапрабху тогда сказал Сарвабхаума Бхаттачарье, ты абсолютно прав, вся парафиналия, которая предлагалась Господу, может быть предложена Его слугам, принята Его преданными. So Chaitanya Mahaprabhu sat down. Махапрабху присел на эту асану. And Sarvabhauma Bhattacharya began to serve many different dishes. Chaitanya Mahaprabhu said, this is too much. На тарелку Махапрабху сказал, это слишком много. How can I honor all this prasad? Невозможно, я не могу почтить весь этот прасад. Sarvabhauma Bhattacharya said, this is very easy for you. Сарвабхаума Бхаттачарья присмотрелся так, Махапрабху сказал, это очень просто для тебя. In your form as Lord Jagannath, you are eating 52 times every day. Ты не притворяйся, просто в своей облике, как Господь Джагнанат, 56 раз в день ты кушаешь. Hundreds of huge pots of rice and dal and sabji. Сотни и сотни огромных кувшинов сабджи, риса, дала, йогурта. Not only that, but also in your form as Dwarkadish, you have 16,108 queens, and every day they're all cooking for you. И в твоей апостаси Дваркадеша Кришны у тебя 16,108 жен, и каждая из них каждый день готовит обед для тебя. And also in Dwarka you have 18 mothers headed by Devaki, and they also cook for you every day. В Двараке twice. 18 матерей, возглавляемых Деваки, которые для тебя 2 раза в день готовят все. And also in Braja. И во Враже тоже. The gopis are cooking for you. Гопи для тебя готовят. Your mother is cooking for you. Мама для тебя готовит.
Your father's elder brothers and your father's younger brothers and all their wives, they're all cooking for you every day. Все твои старшие братья твоего папы и младшие, все твои дяди и все их жены, все твои тети, они все тоже для тебя готовят. And your mother's brothers and their wives also they're cooking for you, and twice a day you take prasadam from all of them. И родственники по материнской линии все для тебя готовят, и дважды в день ты кушаешь все предложенное ими. Not only that, but at the time of Govardhan Puja, they make mountains of prasadam, and you took everything. А во время Говардхан Пуджи они горы прасадана готовили, ты все съел. So I think, my Lord, for you, this is a little morsel. Так что не прибедняйся, мой Господь, это всего лишь грамулечка прасады для тебя тут. So, O Chaitanya Mahaprabhu, you are the supreme personality Godhead. I am a tiny jiva. Be kind by accepting some madhukari in my house. Будь милостив ко мне, Верховный Господь. Я всего лишь незначительная джива, крошечная. Поэтому почти мой дом своим присутствием, почти прими этот мадхукари в моем доме. So Chaitanya Mahaprabhu began to want Chaitanya Mahaprabhu стал вкушать Махапрасад. So Sarvabhum Bhattacharya, he's son-in-law, his name was Amoga, and he was very critical. So Sarvabhum Bhattacharya was thinking, if Amoga comes when Mahaprabhu is here, I'll beat him with a stick. So he kept one stick by the door. But Sarvabhum Bhattacharya became so absorbed in the bliss of serving the Mahaprasad to Mahaprabhu. He was inattentive, and Amoga Lila showed up. Но Сарвабхаум Бхаттачарья настолько погрузился в это состояние блаженства, потому что у него в доме Чайтанья Махапрабху, он кормит его, что он забыл обо всем, и в этот момент в дом проскользнул Амога. He was very arrogant. Очень был надменным. He said, "Да, what is this?" Заносчиво вошел, говорит, что he's a sannyasi. He's supposed to control his senses, but he's eating enough for 10 or 12 men. Он сказал, вы посмотрите, что тут происходит. Так называемый саньяси, который должен контролировать свои чувства, сидит и кушает тут количество еды, которое достаточно на дюжину людей. Sarvabhum Bhattacharya looked at him with fire in his eyes. Sarvabhum Bhattacharya с гневом посмотрел на своего зятя. Where's my stick? Подумал, где моя палка? And he grabbed the stick from the door. Подбежал и схватил палку. And Amoga Lila ran away. Амога тут же побежал. And Sarvabhum would try to hit him, but he could not run fast enough. Sarvabhum был уже старенький, поэтому он не успевал догнать Амогу и ударить его палкой. Because he was old. Из-за преклонного возраста. So then the Sarvabhum Bhattacharya came back into the house with the stick. Расстроенный, так вздыхая, Sarvabhum Bhattacharya вернулся в дом. And he was criticizing Amoga Lila with very harsh names. И очень так грубо прошелся такими тяжелыми словами по своему зятю. Mahaprabhu was taking Jagannath Prasadam and laughing. А Mahaprabhu продолжал кушать и смеялся. Sarvabhum Bhattacharya was very sad. Sarvabhum Bhattacharya очень расстроился. His wife came and said, "What's going on?" Когда зашла жена и спросила, что случилось. And when Sarvabhum Bhattacharya told her, she was beating her breast. Alas, alas! May Sati become a widow. That means her daughter's name was Sati. May Sati become a widow. She gave a curse. И жена, когда она услышала, что произошло, что вытворила Мога, она так опечалилась, она стала бить себя в грудь кулаками и голосить, пусть моя дочь станет вдовой, пусть моя дочь станет вдовой. Его дочь звали Сати. Чайтанья Махапрабху finished eating and washed his hands. Чайтанья Махапрабху завершил почитать прасад, помыл руки. Sarvabhum Bhattacharya gave some tulsi manjaris and cardamom and some cloves for him to chew after eating. И Sarvabhum Bhattacharya подал там свежие бутоны манджири, кардамон, разные пряности, чтобы Махапрабху освежил рот. Sarvabhum Bhattacharya and his wife were giving pranam to Mahaprabhu. They said, "We invited you to our home only to be insulted." Please forgive us.
это большой грех для нас, прости нас, пожалуйста. Marcus said, what's the problem? Махапрабху сказал, какая проблема? He didn't say anything wrong, it's true, it was enough for 12 people. Бога сказал, это правда, предостаточно один на дюжину людей. Ничего неверного не сказал. But Sarvabhattacharya was very sad. Но все равно Сарвабхаматачарья был жутко расстроен. So Chaitanya Mahaprabhu got up and he left. Махапрабху ушел тогда. And Sarvabhattacharya followed him all the way back to his bhajan kuti. Сарвабхаматачарья пошел сопровождать Чайтанью Махапрабху и проводил его до его бхаджан кутиры. And again he gave Дандана Пранам. Снова кланялся. And was begging, please forgive me. И просил о прощении. Mahaprabhu said, you don't mind. Махапрабху сказал, ты не беспокойся об этом. And Sarvabhattacharya went away. И Сарвабхаматачарья откланялся и пошел домой. So when he got home, he told his wife. Вернувшись домой, он сказал жене. It's best if I kill him. Я думаю, мне лучше его убить. Or maybe I should kill myself. Не может мне убить себя, я даже не знаю. Then he thought, no, we both brahmanas. Потом подумал, да нет, мы брахманы. So if I kill him or kill myself, then this will be brahmahatya, the sin of killing a brahman. Будет грех, я не могу. Могу убивать, потому что он брахман. И себя убивать не могу, потому что я тоже брахман. Это будет грех убийства брахмана. Okay, so I take a vow that from today I reject him. Но я клянусь, что я отвергаю его. С сегодняшнего дня он для меня никто. I'll tell my daughter also should divorce him. И я скажу дочери, чтобы она развелась с ним. There was no divorce in those days. В то время никаких разводов вообще не существовало. But he said, in Shastra, if the husband is fallen wretch, then the wife should. Но Сарвабхаматачарья процитировал шлоку из Шастры, сказав, Шастры говорит, если муж негодяй, то жена имеет право его оставить. I promise I will never even say his name ever again in my life. Я клянусь, даже в жизни его имя я не произнесу. So in this way, he tried to cut all connection. И таким образом он пытался обрубить любую связь с Шамогой. So then he wouldn't speak to him, his daughter would not speak to him, and he left. He has to leave town. И все тогда его изгнали просто из дома. Сарвабхаматачарья с ним не разговаривал. Сати, его жена, перестала разговаривать с мужем Амогой, и Амоге пришлось уйти оттуда вообще из города. So then Амога left, and at once he contracted cholera. И он ушел из Пури и тут же заболел, подхватил холеру. He could not move. He was coughing. He was vomiting. He was about to die. И лежал в очень жалком состоянии, таком кашлял, все с температурой, мучился жутко, уже прямо такое было предсмертное состояние. And Sarvabhaumacharya, he was fasting. А Сарвабхаумачарья в это время держал пост. So then his brother-in-law, Gopinath Acharya, came to see him. И Шурин Сарвабхаумачарья, Гопинат Ачарья пришел навестить Сарвабхаумачарья. Gopinath Acharya said, you know, suddenly Amoga has come down with a very severe case of cholera, he's about to die. Он сказал Сарвабхаумачарья, ты знаешь, что Амога очень сильно заболел холерой и вот-вот умрет. Сарвабхаумачарья said, yes! Сарвабхаумачарья сказал, ура! What would have taken me great effort to kill him automatically is happening. Чудесно, мне не пришлось убивать его самому. Так произошло само по себе. What could be better than that? Я ничего лучшего пожелать бы не мог. So he quoted one verse from the Mahabharata. И тут же процитировал стих из Махабхараты. That was spoken by Бхимсен. Слова, которые произнес Бхимсен. You know, when the Pandavas, they were in Kamyavan. Когда пандавы жили в Камьяване, they were living in the forest, very austere life. Очень аскетичная жизнь была, трудная в лесу. So Duryodhan was very cruel. He thought, oh, I want to make them feel bad. We'll go to Kamyavan and make a camp there with all very good food and comfort and beautiful things and we'll enjoy very nearby. And in this way, we'll give them some pain. Но злопамятный и мстительный Дурьодан, он решил подразнить пандавов. Он думал, сейчас отправлюсь туда со свитой в этот лес, и мы разобьем шатры, и будем роскошно себе жить, кушать, охотиться, и пусть они страдают там. Смотрят на наше изобилие. On the way they came to a lake. И по пути Дурьодан со своими солдатами они прибыли к одному озеру. And some soldiers were bathing there. И солдаты пошли искупаться. So Duryodhan
Карна and others, they want to do шашан, they want to do bathe. И солдаты пошли купаться, но они увидели, что в воде уже купаются другие воины. So those soldiers said, no, don't come here while we are there. И когда Дурьодан, Карна, они попытались войти в воду, те воины, которые уже были в воде, они сказали, не смейте заходить сюда в воду, пока мы тут. Don't cross this line. Не смейте вот эту линию переступать. But they were very arrogant. Но Дурьодан был очень надменным. Mm-hmm. And at once, when they crossed the line, then fight broke out. И тут же, конечно, он переступил через эту черту, и началась битва. But what they did not know, these soldiers, they were Gandharvas from Gandharvas. Но Дурьодан и его свита, они не знали, что эти воины возле, что они были Гандарвы. Very powerful. Очень могущественные воины. By their mystic power, they at once became invisible and began to shower arrows on them. Они тут же своей мистической силой стали невидимками и стали стрелять со всех сторон Дурьодана и Карну. Дурьодан and his soldiers, they didn't even, could not even see where to shoot. Дурьодан даже не понимал, куда ему стрелять, потому что они не видели, где эти гандарвы. Very quickly they were defeated and Дурьодан was kidnapped. И очень быстро, конечно, гандарвы одержали победу над Дурьоданом, схватили его, связали. And the gandharvas were flying away, taking him as a prisoner. И потащили его с собой на небеса, как заложника. So then, Банумати, the wife of Дурьодан. Но жена Дурьодана, Банумати. She came running to Юдиштхир Махарадж. Заплаканная прибежала в лагерь, где жил Юдиштхир Махарадж. Please help! Дурьодан and all soldiers have been beaten and now they are kidnapped. Она плакала, просила о помощи Юдиштхира Махараджа. Дурьодана поймали солдата, его захватили в заложники и всю его свиту разгромили. So Yudhishthira Maharaj was very concerned. Yudhishthira Maharaj действительно выразил заботу. Because I never called him Duryodhana, I called him Suryodhana. Он обеспокоился, он этого Дурьодана даже Дурьодана никогда не называл, он называл его Суриодана. But when Bhimsen heard, yes. Но когда Бхимсен услышал, он обрадовался, заликовал. Наконец-то. He said, what would have taken us so much effort to achieve has been achieved automatically by providence. Волей проведения совершилось то, что было бы трудно нам сделать самим. So Sarvabhaumacharya, he remembered this with the words of Bhimsen. He quoted this verse. Sarvabhaumacharya, помня эти слова Бхимсена, он процитировал Гопинатха Ачарьи. So then, Gopinatha Acharya, from the house of Sarvabhaumacharya, he went to see Mahaprabhu. Навестив Сарвабхаумата Ачарью, Гопинатха Ачарья тут же отправился в читание Махапрабху. Mahaprabhu said, what is the news from the house of Sarvabhauma? Махапрабху спросил, какие новости из дома Сарвабхаумы? Гопинатха Ачарья said, Сарвабхаума Бхаттачарья and his wife both are completely fasting. И тогда Гопинатха Ачарья рассказал Махапрабху, что оба Сарвабхаума Бхаттачарья и его супруга, они постятся. And Амога, he's dying of cholera. Амога умирает от холеры. When Mahaprabhu heard this, at once he got up. Как только Махапрабху узнал об этом, он встал. And quickly he went to the residence of Amoga where he was lying on a bed about to die. И отправился разыскивать Амогу, пришел в то место, где Амога лежал уже почти без сознания, в предсмертных судорогах. Mahaprabhu took his lotus hand and put it on the heart of Amoga. Махапрабху возложил свою лотосную ладонь на сердце Амоги. He said, you are a Brahmin. Your heart is naturally a pure place for Krishna to live. И сказал, ты же Брахман, Амога, сердце твое, это изначально чистое место, в котором любит пребывать Кришна. So why did you contaminate your pure heart by letting a Chandala, the outcast of the Matsarya, envy, enter into your heart? Зачем ты так осквернил свое сердце, запустив туда вот эту Чандалу, это чувство зависти? Get up at once and chant Hare Krishna, and Krishna must be merciful to you. Вставай немедля и воспевай Hare Krishna, и Кришна наверняка прольет свою милость на тебя. At once Amoga, he jumped up and began to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Yeah.
А Бога тут же вскочил и запел святые имена, и экстатичные бхавы стали проявляться в его теле. Tears of love were streaming from his eyes, his hair was standing on end, he was shivering in ecstasy. Его тело стало дрожать, слезы любви Господу заструились у него из глаз, волосы стали дыбом на теле. Чайтанья was just laughing. Махапрабху стоял и смеялся. Then Амога, he began to slap his own face. И вдруг Амога стал лупить себя по щекам. He said, with this mouth I have criticized Chaitanya Mahaprabhu. И он кричал, этим ртом я критиковал Чайтанья Махапрабху. I have to punish this mouth. Надо наказать этот рот. And his face became swollen. И губы у него распухли от этих побоев. So he only stopped when Gopinath Acharya came and held his hands. Гопинат Ачарье пришлось схватить Амогу за руки и остановить его. Махапрабху said, just chant the holy names. Don't make any offense again in the future. Махапрабху сказал, ты просто воспевай святые имена и больше никогда не оскорбляй никого. Then Махапрабху was thinking, oh, he's old. And with his wife, he's fasting, so I know all my things. Затем Махапрабху подумал, бедный старенький Сарвабхаум Бхаттачарья постится вместе со своей женой. So Chaitanya Mahaprabhu came there. И тут же пошел в его дом. Said, oh, Бхаттачарья-ji. Сказал, Бхаттачарья-ji. You should take Mahaprasadam. Давай уже, почти Махапрасад. Gopinath Acharya told him, oh, he has brought the Amoga back to life. И Гопинат Ачарья рассказал Сарвабхаум Бхаттачарье, что Чайтанья Махапрабху оживил Амогу. Сарвабхаум Бхаттачарья said, why did you bring him back to life? It was better that he died. Сарвабхаум Бхаттачарья говорит, да зачем ты его оживил, лучше бы он умер. Махапрабху said, Махапрабху сказал, he is like your son. Но он же твой зять, он сын твой. The father never takes very seriously the offenses committed by the son. Отец не должен всерьез принимать оскорбления сына. And anyway, now he's pure devotee. И в любом случае сейчас он стал чистым преданным. So he's free from all offense. Он уже свободен от всех аппаратов. Gladly you should accept him in your family. Ты с радостью поприветствуй его обратно в семью. I saved him. Only because of his relation with you. Я спас его только из-за того, что у него отношения с тобой. Mahaprabhu said, Sarvabhaum Bhattacharya is so dear to me that his family members, even a servant in his house, no, even a dog in his house is very dear to me. Махапрабху сказал, он член своей семьи, поэтому я спас его. И Махапрабху сказал, Сарвабхаум Бхаттачарья так дорог мне, что я дорожу всеми его домочадцами и родственниками, и даже собаки в его доме дорогие мне. So see how Krishna Mahaprabhu is controlled by the love of his devotee like Sarvabhaum Bhattacharya. Это пример того, насколько Кришна Чайтанья Махапрабху контролируется любовью своих близких преданных. That even offensive person like Amoga, he became perfect. Why? Only Sananda. И даже такое оскорбление. Relation with Mahaprabhu's pure devotee. Как Амога очистился и стал совершенным благодаря тому, что у него была самбанда, отношения с приближенным преданным Чайтанья Махапрабху. So, Krishna's Kaviraj Goswami Pad said, anyone who will hear this pastime with faith, then they must attain Krishna prema and have the darshan of Chaitanya Mahaprabhu. И Кришна Дас Кавирадж Госвами предрекает, он говорит, любой, кто услышит описание этой лилы, выслушает с верой, непременно обретет трансцендентную любовь к лотосным стопам Чайтанья Махапрабху. Krishna Hare.
Thank you.
Vanja kalpatalu vistam kripa sindhu naya